Сегодня в департаменте здравоохранения региона рассказали, как теперь действовать при появлении признаков простудных заболеваний. Обращаться в поликлинику больше не нужно, достаточно позвонить в колл-центр по номеру 122. Оператор службы занесет в базу данных, необходимые для открытия листа нетрудоспособности. После этого пациента передают поликлинике. По телефону с больным должен связаться врач или фельдшер и определить уже тяжесть состояния. На основании этих данных принимается решение, вести пациента дистанционно или необходим очный осмотр. Новая система работает с начала этой недели. Под удаленным наблюдением находится уже более 1000 пациентов. Закрыть больничный лист также можно дистанционно. И неважно, был диагноз COVID или нет. Если время с момента начала заболевания составляет более 7 дней, то тестирование на антиген возбудителя не осуществляется. Если выписка осуществляется пациента менее чем через 3 дня с момента лечения, то необходим однократный отрицательный тест на наличие антигена возбудителя. Что касается тестирования в начале, то те категории граждан, которые наблюдаются полностью дистанционно, они, конечно, будут наблюдаться без тестирования.